12-й форум межрегионального сотрудничества двух стран открылся в Сочи. В нем участвуют президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, руководители профильных министерств, а также главы российских и казахских регионов, в том числе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Главным событием форума стало пленарное заседание, на котором обсудили вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, а также выставка товаропроизводителей. Встречи подобного формата проходят каждый год.